вот сегодня воскресенье, вечер, 29 декабря. До Нового года осталось практически 2 дня. Вот люди как отдыхают. Новогодняя такая площадка для празднования оборудована здесь. Бочки используются как столики. Хоть оригинально придумано. Покрашены зеленые. В соответствии с елочками. Новый год. Вот люди здесь отдыхают культурно. Кофе можно взять, выпить. Что-то покрепче. Кому что захочется. Так что вот такое у нас предновогоднее празднование здесь происходит.